Вопрос о восстановлении здания Дома культуры УАЗ поднимался в последние годы неоднократно. Количество занимающихся здесь ребят плавно приближается к 1000, при том, что износ помещений уже достиг 80%. Вновь проблема была озвучена во время личного приема граждан губернатором Сергеем Морозовым. Совет ветеранов обратился к главе региона с просьбой о проведении реконструкции Дома культуры. Нам негде собираться. И самое-то главное, то, что более 1000 человек занимающихся, они там занимаются, репетируют этот вариант, Волга, другие выступают где-то, мы их не видим, потому что зала нет, сцены нет. Губернатор заверил ветеранов, что в областном бюджете на следующий год уже заложены средства на реконструкцию здания в размере 188 миллионов рублей. По проекту на первом этаже разместятся административные помещения и концертный зал. Второй этаж займут творческие коллективы. А на третьем создадут интерактивный технопарк и экспозицию музея УАЗа. 25 декабря 2017 года мы получаем заключение экспертизы на проектно-сметную документацию, которая уже разработана в полном объеме и которую мы презентовали ветеранам. Что будет в Доме культуры располагаться. И сейчас уважаемые ветераны об этом говорили, да, мы действительно там сохраняем и технический центр робототехники, и будут очень хорошие помещения для репетиционных залов, для Волги, для основного состава. К сентябрю следующего года планируют отремонтировать кровлю, фасад здания и заменить окна. А уже к 2019-му завершить полный комплекс работ, в том числе закупку и установку оборудования. На этом обновление Засвияжского района не закончится. Помимо Дома культуры, особое внимание уделят медико-санитарной части УАЗ, где, к слову, ремонт находится в завершающей стадии, профилакторию, стадиону и благоустройство района. Берем на контроль музей у вас. С профилакторией у вас поликлинику. Авангард. Да, и авангард, да, чтобы у нас вот тогда было понимание, значит, о том, ну и вот возновечение памяти, да, значит, о том, что нам именно здесь вручали высшую государственную награду всем жителям Ульяновской области. На личном приеме также был поднят вопрос установки светофоров, ограждения и дополнительного освещения на перекрестке улиц Терешковой и Полбина. В настоящее время проводится мониторинг движения транспорта и пешеходов на данном пересечении. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.